Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я вам расскажу о второй части на выставке машины. Первая машина на сегодня – это Волгая. Давайте же ее посмотрим. Вот такая она. Волга желто-синяя. У нее там значок опять олень и газ. Машина Волга. Давайте же посмотрим другие машины. Там мы видим написано: работник милиции, ты ни на минуты не имеешь права ослаблять свою осторожность. Будь бдителен. Давайте посмотрим следующую машину. Это другая Волга. Сейчас я покажу. Машину называть ее. Вот у меня олень вылезает вот тут, а там нет. Еще тут звезда, а там не было звезды у нас. Вот такая вот черно-красная уже машина. Видите, какие разные милиционерские машины бывают. Были, оказывается. А у нас обычные такие еще синие-белые. Да. Вот такая уж следующая машина. Давайте посмотрим следующую. И мы видим там опять какая-то картинка. И там написано: «Моя милиция меня бережет». Такая. Надеюсь, это довольно-таки просто. Сейчас будет «Жигули». Давайте посмотрим «Жигули». У меня какая-то буква «Д» и «СЛ» тут. Вот такая машина, там тоже написано «ГОС». Классы. Госкокласс. Ну, непонятно, что это. Кто это сможет перевести, пишите в комментариях перевод этого слова. Надеюсь, он вам был заметен. Давайте посмотрим другую милиционерскую машину. Смотрите. Вот это. Давайте начнем. Это у нас москвич. Она такого яркого желтого цвета. Наверное, когда я снимала, когда я Жигули снимала, наверное, кусок ее заметили. Это вот он, тот музей написан. Вот такая машина. Кстати, там я забыла сказать, что там три разных лампы. Там красная лампа снизу, вторая синяя наверху и зеленая снизу. Еще зеленые ветки, а тут красно-синя-синяя. Синий-красно-синяя. Давайте я вам покажу еще.
отделение милиции. Хочешь, давай сфотографируем. Там почему-то не будет видно, там отделение, если что, милиции написано овалом и голубой, если вам не видно. Там котик сидит в окне. И сбоку там телефон. Давайте посмотрим, если мы увидим, что там написано. Какие слава советским милициям там. Я не знаю, я не вижу, что там написано. Если честно, ну ладно, даже так не видно. Пойдемте, мы сейчас посмотрим дальше. Следующая картинка — это полиция и бабушка. Чутко относится к жалобам и заявлениям трудящихся. Вот, и там написано «Милиция — слуга народа». Очень яркая картина. Вот милиция. Вот такой, там еще значок, если вам видно. Такая вот пачка. Это у нас была машина, сейчас смотрим. ВАЗ. Давайте посмотрим следующую машину. Это ГАЗ. ГАЗ. ГАЗ Победы. Давайте эту машину теперь посмотрим. Там 20 газ написано. Вот такая красно-черная машина тоже очень классная. Давайте посмотрим последнюю машину. И мне, к сожалению, надо спешить. Тоже. Там только синяя мигалка теперь, а на синяя желтая тоже опять. Ставь лайк и подпишись на мой канал, ты увидишь еще много интересного. Всем пока!